В новом сквере Студенческий продолжается озеленение и благоустройство территории. Планируется высадить более 60 деревьев, таких как лиственница, береза и ель. Помощь в высадке саженцев оказали волонтеры «Будущее Арктики» и инициативные жители города. Сквер Студенческий официально открывается уже 8 сентября. Кроме этого, произошла ревизия деревьев по улицам Автострадная и Первомайская для того, чтобы узнать, как прижились прошлогодние насаждения. Подробности в репортаже Екатерины Казанцевой. До открытия нового сквера Студенческий осталось меньше суток. Подготовка к открытию идет полным ходом. Волонтеры проекта «Будущее Арктики» выступили с инициативой помочь озеленить территорию. В этом году здесь запланировано высадить 63 саженца. Деревья будут располагаться в последовательности: одна лиственница, одна береза и елочка. Вообще, как бы запланировано как? Вот со стороны улицы мы как бы больше засаживать, наверное, не будем, чтобы сквер просматривался со всех сторон. А ближе между тротуаром и общежитием будут еще высажены деревья. Подсаживать будем березу, естественно, лиственницу. Ну, может быть, елочки еще добавим. В планах на следующий год еще несколько пунктов. Облагородить территорию сквера, озеленить ее еще большим количеством саженцев, тем самым сделать ее более красивой и ухоженной. Мы хотим, чтобы у нас город становился с каждым днем только лучше и лучше, чтобы он был еще более зелен, чтобы дышать вокруг было легко и приятно. И призываем всех и каждого присоединяться к такого рода акциям. Также сегодня на улицах Автострадной и Первомайской провели обновление саженцев, которые появились здесь в прошлом году, и высадили новые. К юбилею города в планах было высадить 600 деревьев. По итогам прошлого года всего в городе прошло более 20 акций по высадке деревьев, а это более 2500 саженцев. Екатерина Казанцева, Кирилл Сементеев, программа «Время местное».